Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. Потом вышли из договора по открытому небу. Нам чего делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам чего делать в этой связи? Оставить все как есть? Значит, вы, как страна НАТО, будете здесь над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?